бы грохнули. Но правительство-то таких людей ценит. Это же как вот эти люди, вот эти патриоты у них называются, которые вот издеваются над всеми животными. Это люди патриотизм у них называется, вот это, патриотизм. Нельзя его трогать, потому что у нас же вот в тюрьмах сидят, вот эти тюрьмы. Оказывается, сейчас вот тюрьмы, это не тюрьмы, это гостиницы. Пятизвездочные гостиницы. В этих пятизвездочных гостиницах отдыхают преступники. Да. Вот, они там сидят, они еще смеются над нами. Вон, я как-то газету взял, вот в газете там вот эти преступники, такие, ну, где-то тюрьмы такие самые, там ласточка, там что-то лебедь какой-то, белый лебедь или какой-то, я не знаю, вот такие тюрьмы есть, такие там самые, ну, там убийцы сидят, там по 20 сколько-то лет сидят, ну, короче, которые живодеры людей едят, вот эти, там такие вот эти люди сидят. Вот про эти тюрьмы я читал, короче, и как они там находятся в этих тюрьмах. Они, смотрю, у них вот ну, морду показывают одному тюрьме, улыбается. Он, ну, освободишься-то, куда ты пойдешь-то? Да, говорит, я в свою тюрьму пойду, у меня там четверо детей, что-то он, говорит, сказал. И морду улыбаешься, вот, представляете, значит, там, значит, в тюрьмах все хорошо, у них прекрасно, режим нормальный, все, ну, вот, вот так у нас. А я уверен, вот этот человек выйдет, уверен, на все 1000000%, он будет так же заниматься. Он даже 40 лет отсидит, вот, даже 40-50 лет, вот, до какого человек преступление делает, до 90 лет человек делает преступление, так что вы извините. А то у нас говорят, вот там ему 70...